еще. Пошел на... Да. Меня вам... похуй на твои знаки, веришь? Просто спрашиваю, вы... Пломбиром обтерлись. Друзья, помните нашего героя на Гранд Чероки, который сбил двоих ребят и провез, ну, одного из них это я, и провез нас на капоте. Так вот, мы нашли нашего друга, вот он, красавчик наш. Представляете, припаркован в одном из московских дворов. Вот так вот приедешь кому-то в гости, увидишь старую знакомую машину. И поэтому человеку сейчас подарим 3 стикера на лобовое стекло за то, что он скрылся, полицию не дождался. В общем, награда нашла своего героя. Вот такая вот хотя бы маленькая, но карма. Ну а как вы вот можете ехать, где лавочки стоят? Вот клумбы стоят замечательно. Вот а вот вы где-то видели в России лавочки на проезжей части? Вот поставила управа для того, чтобы даже здесь машины не парковались вдоль бордюрного камня. Следующий заезд через улицу Приорова. Правильно, а вот пешеходный, все верно. Это не пешеход. Вы посмотрите знак, пожалуйста. Вот сейчас, может, до него дойдет, не знаю. Возвращайтесь, быстро, здесь машины ездить не должны. Знаки, знаки. Смотри, женщина должна успокоить. Сейчас она должна сказать, там, допустим, Сереж, ну, будь благоразумнее. А Сереж говорит, нет, я хочу сюда. Она снова говорит, Сереж, ну, пожалуйста, ну, не надо, ну, не спорь с ними, я тебя очень прошу. Ну, подожди, ну, ладно, хорошо, я уеду назад. Ну вот знак у вас справа стоит. Слушай, знак, где бы не стояло. Навигатор показывает, что... Ну, если навигатор едет, покажет навстречку ехать, если навигатор, да, покажет поедем, через дед. Поедем. Вы поедете? Это, да, естественно. Так навигатор – это компьютер, а вы человек, у вас должно быть свое сознание и мышление, правильно? Слушай, уважаемый. Уважаемый. Вы что, без камеры не можете разговаривать? Нет. Нет, вы без камеры. Если не можете, скажите, не можем. Поехали, садись в машину. Не, я не поеду. Вот что, вы садитесь, я вам покажу, как надо выехать. Нет. Почему вот нет? Я же говорю, садись и показывай. Я буду рядышком идти, могу показать. Могу показать вам рядышком идти, и мне не тяжело. Погода хорошая. У вас ни у кого нет мужского ничего. А у вас что-то есть из мужского? Помимо наличия полового органа. Да не хочу я в эту машину садиться-то, ёшкин кот. Вы просто не правы. Вы прежде чем конфликтовать, вы просто смотрите на знаки. Ребята, вам... на твои знаки, веришь мне? Я говорю, подождите секундочку, просто вам люди объяснили по-человечески, чего сразу материть? Говорю, они же не подошли. Показывают, что отсюда есть. Но это неправильно, вы же должны как водитель. Здесь люди ходят, это пешеходная зона, понимаете, в чем суть? Мужчина! Нормально? Стойте, стойте, стойте! Нормально? А что вы едете по тротуару? Вы по тротуару едете. Здесь тротуар. Вы где здесь заехали? Тротуар. Голова-то здесь есть на плечах. Здесь тротуар. А вы не видите? Вот здесь тротуар. Конечно! Да. Где? А эта машина, это батут. Ребят, все на батут. Вот жмите руку. А то инвалиды едут, не, по этому, по двору, а вы сигналите с вами. Да, инвалид. Прям я даже... Давай. Дурак, что ли? Куда едете, что? Нормально что-то? Ну ты людей давишь, ё-моё, ты совсем что, с ума сошёл? Я съехал с утвора, здесь уже давишь. Назад вы езжайте. Съехали, слышь, козёл, а кто тебе дал право вообще на тачку побросаться? А кто вам дал право? А где вы здесь видите козла? Пошел нахуй! Да, тебя заеду. Держись.
Я сейчас... Останавливайте машину, мы вызываем ГАИ, пожалуйста, все, выйдите из автомобиля. Я нарушил правила, проехал по тротуару. Да, я не отрицаю. Вам сделали замечание, сказали просто уехать назад. Что вы сделали? Вы поехали дальше с нами. Я никого давить не надо. Сотрудников ГИБДД. А вы можете информацию передать? У вас есть такие возможности? Сейчас приедут, разберутся. Ну вот как так? Объясните мне, а? Мы вообще с движения стоп-хам, вот таких вот ловим. Здесь вы не первые, видимо, не вы последние. Туда? Снимать. Доброе утро. Вы любите город наш? Город любите? На мелочи нет. Какой мелочи? Нам мелочи нужна. Я просто спрашиваю, вы... Ну и дальше что? Ром. Алло, у меня есть еще один. Как тебе такой, нравится? У меня два. Тебе тоже хочется? Хочется? Все нормально? Нормально. Отлично. Дойди до дверки. Быстрее. Согласен. Да, еще давай разочек. Все, все. Ну о чем ты думал, ТП, когда перс запшикал? Пройдемте. Пойдете все в отдел, да. Машина стоит на аварийке. А ну, отбирайте, да, 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 молодой человек, пойдемте. Я не могу, я не вижу. Молодой человек, пойдем, пойдем. Спят усталые игрушки, книжки спят. Как самочувствие? Не очень хорошее. Не очень? Нет. Зачем же начали пшикать-то баллоном нас? Ну, я могу сказать, зачем мы приклеили наклейку. А зачем по тротуарам ездить? Вот зачем по тротуарам ездить? У меня вопрос единственный. Блин, ребята, и мелочи у вас никто не просил. Ну, я подумал, что вы мелочь просите. Нет, мелочи не просим. Мы боремся с такими, как вы, с автохамами. Что вот вы хотите вот этим добиться своим? Можно было просто чтобы сказать, люди уважали других людей. Здесь а вы, вместо того, чтобы извиниться, достали баллон и начали пшикать. Извините. Просто так. Вам так легче, извините. А, ну вы сейчас просто, грубо говоря, на отвали, или вы нет, понимаете, что вы не правы? Я понимаю, что я не прав. Хорошо, хотя бы в этом радует, что раскаялись. Спасибо. Если бы вот не наклеили, да, я вас заметил. Я знаю ваше движение. Да, да, там, поэтому вот вы сказали, мелочи нет, да? Мы ходим мелочи собираем, да? Ну вы, я вам постучался в окошко, вы мне в ответ сказали, мелочи нет. Я что, денег просил, что ли? Короче, я понял, вы извинялись, сами не знаете за что. Вы вообще быстро слетаете с темы. Вот это к нам. Давай,
подожди. Мы общественная организация СтопХам. Мы боремся с теми самыми нарушителями. Вот данный участок дороги, точнее тротуара, где все едут, объезжая пробку. Все, он ехал по тротуару, мы на ему лепили стикер. А у меня лицо, это более... Я просто не знаю, красное оно сейчас или нет. Пломбиром обтерся. Ну да, я ему мылся, он в отдел пошел. Я сначала водой, а потом вспомнил, водой перец не надо, вот, и... Ладно, хорошо. Вот. Ой, глаза болят просто. Есть ли смысл капать или не капать? Ну, видимо, туда жжет чуть в глазах просто. Я, ну, не... Зрение не нарушилось? Ну, вообще нет. Просто мне говорят, вызови все равно скорую. Может, пшикнуть чем-то в глаза капнуть, не знаю. Баллончик есть? Вообще уже нет. Нет, уже. Вниз смотри. Вот тебе заявитель из садовника. Сейчас еще подойдет, кто их пшикнул. Нам бланк заявление писать будем.